Поприс осознание Кришны присутствует на постсоветском пространстве уже более 40 лет. И это определенный срок. Мы считаем себя частью народа Украины, реальной частью этого народа, несмотря на внешнюю экзотичность. Поэтому мы представляем очень древнюю традицию. И, тем не менее, мы пытаемся гармонично войти в украинский контекст. И для этого есть все необходимые предпосылки, потому что в соответствии с философией Бхагавад-гиты, которую мы следуем, каждая личность является душой. И душа — это трансцендентная духовная сущность, наднациональная. И так же, как и Бог, собственно, живет один. Бог не имеет национальности. Поэтому мы пытаемся на этих позициях, с этих позиций объединять ту общину, в которой мы существуем. Это касается нашей религиозной общины, в которой приходят совершенно разные люди, что касается их социального прошлого, или настоящего, их возраста, пола и прочего. И также это касается того контекста государства, в котором мы присутствуем. То есть, хотя мы отличаемся от других людей, даже, собственно говоря, каждый человек индивидуально в рамках любой общины отличается от других. Тем не менее, мы понимаем, что мы все должны существовать вместе, и основа для этого — это то, что любой Бог и любой ближнему, как части Бога, не имеет какой-то национальной окраски, на самом деле это два национальные чувства, два национальные явления. И на основе этого мы думаем, что у нас светлое будущее у всех нас, имеется в виду всех, кто живет на территории.